Улыбчивые, энергичные и жизнерадостные – такие современные пенсионеры в Одинцовском районе. В бывшем гарнизонном доме офицеров поздравили с юбилеем тех, кому в этом году исполнилось 80, 85 и 90 лет. Для них почетный возраст – всего лишь цифра в паспорте. Юбиляры признаются, что активная жизненная и гражданская позиция – секрет долголетия и отличного настроения. Важность то, что отметить для человека этот такой необычный день. Вот вчера мы отмечали 103 года одной жительницы Наговора. Вы знаете, она настолько энергичная, настолько это... Мы даже не поверили, что человеку в 103 года и... в своем уме. Люди старшего поколения, проживающие в нашем районе, принимают участие в патриотических мероприятиях, встречаются со школьниками и состоят в общественных организациях. Дети войны – объединение, которое насчитывает более 4000 человек преклонного возраста. Люди не должны быть забыты, которым 80 лет, 85 лет, да, которым 95-7 человек, да, у нас вот на сегодняшний день. И если мы так вот такую помощь будем оказывать населению, да, этим вот пожилому поколению, это будет здорово. То, что создали вот это общество «Дети войны», я считаю, что это очень правильно. Ну, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Это память дедов, прадедов, и поэтому вот... Такие мероприятия, которые проводятся, они очень важны. Для всех гостей праздника была подготовлена яркая концертная программа. В этом году более 300 пенсионеров, которые проживают в Одинцовском районе, поздравили с круглой датой депутаты Московской областной думы. Мне хочется в этот день пожелать вам здоровья, внимания, благополучия. Чтобы вы оставались несломленными, чтобы вы продолжали жить, делиться, радоваться и делиться с подрастающим поколением своей мудростью и своим жизненным опытом. Низкий вам поклон. Юбилярам вручили памятные подарки, цветы и медали. Спасибо. А самое главное, подарили море позитивных эмоций и отличное настроение. По морям, по океанам мне легко пройти. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».